Друзья, привет. Вот пришлось мне железячку вот такую обработать. И вот у меня вот такие дешманские есть надфили. Давно не работал надфилями. И вот эти вот надфили, которые все обсмеивают, на удивление классные оказались. Я вот обработал вот железячку. Вот тут вот, вот такой вот. Мне надо было вот тут вот сточить. Болгаркой как бы здесь нельзя мне сейчас стачивать. То есть могу лишнее снять. Надо чуть-чуть совсем. Вот решил надфилями. Редкий случай. Шикарно снимает. И самое интересное, он вообще не слизывается. Прекрасный. То есть вот эта вот фирма, она по заказу, конечно, размещает на сторонних предприятиях в Китае. Производство лепит свой логотип. То есть на тех производствах, где производятся вот эти надфили, могут производиться не только вот эти инструменты, но и достаточно именитые. Только уже по дорогой цене, конечно же. И вот обрезал вот так вот кусочек железячки ножовкой по металлу. Вот такой вот штукенцией. Вот, смотрите. Прекрасно обрезал. Так, боком. Так, и все. То есть тоже полезная вещь. В общем-то и хотел рассказать вот про вот такой набор надфилей. Валялся и вот пригодился. И удивляет, я вот для чего снимаю видео с вами, поделиться о том, что даже не все дешманские, оказывается, инструменты. Конечно, рискованно покупать чисто китайское или там абсолютно китайское. Ноунейм там. Он кооперативный, плохой, пластилиновый. Вот. А есть вот достаточно нормальное, оказывается, само качество. Вот, в общем-то, я и хотел вот со всеми поделиться. 80 рублей вот этот вот мне обошелся. Уже даже, наверное, фирмы этой нету. Вот, в общем-то, и все. Всем пока. Спасибо. Подписывайтесь на канал.